решил заказать себе емкости для специй. Ну, поискал на Алиэкспресс. Ну, там одни нашел, но там в отзывах написано, что дырочки маленькие, крупные частицы не трясутся оттуда. Но нашел другую, значит, модель с двумя открывашками. Можно, значит, так открыть. Для крупной фракции, как говорится, это для мелкой. С дырочками. Ну чего, Сереж? Эти емкости оказались подороже, чем те в два раза. Но думаю, пусть будет дороже, зато удобное. Ну вот, заказал сразу. Там 15 штук. Там 10, 15, 20. Такое количество разное. Но я заказал побольше на всякий случай. Специй-то всяких много, чтобы зря в пакетиках не держать, там коробку целую не шуршать, там не читать, не разбираться с ними. Вот думаю, такие баночки куплю. Они там с держателями нарисованы, что там на стенку цепляются, приклеиваются и вешаются. И наклейки специально, карандаш для наклеек, наклейка черная, карандаши белые, плюс вороночка складная, чтобы засыпать их, баночки эти. Так. Неудобно одной рукой, ужас как. Вот она на резьбе, резьба, горлышко широкое. Ну вот так смотреть, два пальца отверстия. Ну и вот, я их размотал, вы видели там. Не стал дальше снимать. А когда размотал, там вообще, как говорится, тихий ужас. Вот я заказал на себя и на сына, думаю, и себе, и ему удовольствие сделаю. Целых, наверное, штуки 4 только всего. Вот такие вот, как шахматы. Ферзи, пешки, кони, кого хочешь, того и выбирай. Они по росту отличаются, видно. Горбаты. Чем их плавили, я даже понять не могу. Эти малыши, ну что, какое взять? Ну, что такое поставишь? Это вот взять вот это и вот это, вот они рядом. Разница, как усохли. Вот такого, как говорится, мне ни разу не было. Вот наклейки, мятые все, как говорится, заживали. Вот у него вороночки эти складные, эти более-менее целые. Карандаши. Фломастеры, вернее, вот они. Белый фломастер. Подписывать, чтобы видно хорошо было. Ну и подставки эти, держатели. Держателей всего 20 штук, а не 30. Баночек 30, держателей 20. Буду писать. Это, ну, самое интересное, что на почте не проверил, что-то доверился. Сказали, что письмо пришло, что объединили три заказа в один пакет. Ну, я думаю, ладно. Три, так три. Ну, такой объемный пакет. Выдали, я пошел счастливый домой. Ну, вот открыл, одной вещи не хватает, открывашки. А вот из этих только целых оказался один заказ.
Так, это один предмет, второй предмет. Тут все цело. Так, это корочки. Ясно. Одного предмета нет. Вот интересная вещь, она мне понравилась. Картинка красивая. Как говорится, всегда на картинке всегда красиво все выглядит. А в жизни совсем другое. Не стеклянное, полистирольное. Для меда разливалка. Правильно показать-то ее. Дозатор. Вот сюда мед налить, чтобы ложкой не ковыряться. И внизу открывается отверстие, и потом ставим на подставочку. Вот такая вещь. Одна хоть целая.